25 января все студенты и Татьяны отметят свой праздник. В учебных заведениях пройдут концерты. На стендах появятся стенгазеты с веселыми историями. А студенты Апатитского политехнического колледжа объявили акцию «50 добрых дел», которую посвятили и юбилею своего «Альма-Матер». И уже активно начали ее осуществлять. На этой неделе студенты специальности «Ремонтник горного оборудования» в рамках акции «50 добрых дел» построили у 6-й школы снежную горку. А теперь та же группа помогает детскому дому. Сегодня мы будем помогать детскому дому в замене перегоревших ламп. Это, во-первых, работа на высоте, то, что руки устают очень сильно. И, конечно же, тут техника безопасности тоже это как-никак работа с электричеством. И ничего сложного в этом, в принципе, я не вижу. Лампы меняли двое ребят, знакомые с электрикой, под руководством мастера. Очень большое участие принимали в благоустройстве и в оснащении мастерской ремонта горного оборудования. В прошлом году мы полностью готовили рабочие места, и вот вместе с ними мы, начиная и столярные, плотницкие, слесарные, сварочные работы, электрические, все вместе с ними делали. Вот это Денис Наумов и Пилатов Паша. Другие ребята в это же время работали на улице, расчищали территорию. К дню студента мы решили принять участие в том, чтобы помочь детскому дому расчистить снег, ну, чтобы детишки могли спокойно гулять, играть и веселиться. Итак, детскому дому помогли. Впереди еще 48 добрых дел. Планируем, вот как я уже говорила, охватить и социальный приют, и, значит, апатитский психоневрологический интернат, если как-то вот, и дом престарелых, и отделение сестринского ухода, два отделения у нас есть, и детские сады, и школы. В общем, все, кто нуждается в нашей помощи, пожалуйста, пусть они обращаются, мы с удовольствием для них сделаем все, что будет в наших силах. Хочется сказать много добрых слов в адрес руководства колледжа, адрес мастеров, которые нам давно и безвозмездно оказывают помощь детскому дому. Огромная благодарность группе парикмахеров, которые каждый месяц или вот по нашему требованию приходят и проводят пострижку наших детей. И мастерам вот данной группы огромное спасибо и надеемся мы на дальнейшее сотрудничество. Следующее доброе дело студенты колледжа планируют в апатитском приюте для собак. Возможно, смастерят будки и привезут корм.